Америка прильнула к экранам. За игрой на футбольном поле во французском Лионе. В США зрители следили с азартом, сравнимым разве что с тем, который охватывает публику в день, когда разыгрывается Супербол. Болеть за женскую команду нью-йоркцы собирались вместе. В стране американского футбола, бейсбола и баскетбола интерес к футболу европейскому проснулся сравнительно недавно, но он крепнет год от года. В день финального матча между женскими командами за кубок FIFA в нью-йоркских спортбарах заметное оживление. Женская команда США по футболу, обыграв сборную Нидерландов со счетом 2-0, стала чемпионом мира. На 61-й минуте матча Меган Рапино открыла счет, а спустя 8 минут еще один мяч в ворота сборной Нидерландов забила Роуз Лавелл. Боже мой, это потрясающе. Именно поэтому мы здесь, чтобы поддержать нашу женскую сборную, поддержать их борьбу за равную оплату в спортивной индустрии. И я думаю, что это просто потрясающий пример того, что женщины и девушки могут добиться всего. Мне очень нравится, что сегодня здесь очень много людей, мужчины, женщины и дети. Мы показали сегодня, что значит быть американцем. Вы знаете, у нас только что был День независимости, но сегодня мой День независимости. Американская команда для многих в США победитель и чемпион не только в спорте. Женская сборная судится с футбольной федерацией страны, добиваясь равной оплаты с мужской сборной. А одна из звезд команды Меган Рапино привлекла к себе внимание политическим маневром, заявив, что не примет приглашение президента в Белый дом, если американская женская сборная займет первое место на чемпионате, подогрев интерес к исходу матча. Это абсолютно нормально, если они не собираются идти в Белый дом. Они могут поступать, как хотят, и их не должны заставлять что-либо делать. Я лично не очень интересуюсь политикой, но выступаю за то, чтобы люди имели право отстаивать свои убеждения. И они это делают, так что если они не хотят идти, пусть не идут. Американская женская футбольная команда в четвертый раз в своей истории стала чемпионом мира. Но так эмоционально победу спортсменок, похоже, еще не встречали в США. Женская сборная сегодня национальные герои. Евгений Маслов. Настоящее время. Нью-Йорк.